Так, это Венера. Венера 8 июля 2020 года. Над Харьковом стоит 3:19, время по Киеву. Сияет она не просто так, а потому как поставил я настройки повышенной светочувствительности. Потому как, конечно, при пониженной светочувствительности гораздо четче очертания планет, видно их там какие-то абресы. Но все это выглядит как будто я в черной балаклаве дырочек наделал разные формы. И смыка их перед глазами выдавая это все за съемки планет. А тут хоть видно горизонт, огни. Фонари, бобровки. Что у нас? Облака полностью уже скрыли Юпитер. Вон у нас осталась Луна и Марс еще видим. Сейчас на Луну наведемся. Вон видно, какие облачка. Ну, были вообще сплошные. Я надеялся сегодня дрыхнуть до самого утра, до самой работы. А нет. Сейчас ночью с балкона прямо поснимал, как МКС пролетает мимо. Пролетает мимо, в общем. Пролетает мимо Марс. Да, это конечно. Не астрономические съемки, а съемки фильма ужасов. Да. МКС пролетает Марс, мимо Марса, Марс вот он. МКС улетел, Марс пока на месте. Не знаю, в окуляры, конечно, в окуляре. Фотоаппарат, наверное, получше выглядит. И все равно очень ужасно. Могу себе представить, как это будет выглядеть. Не в окуляре. Вот Марс. 116 километров до него. До Марса расстояние уменьшилось. За эти сутки. До Луны увеличилось. До Венеры. Увеличила 64 миллиона километров до Венеры. Все, снимаю ее и едем домой выкладывать видео, собираться на работу. Пару дней грозовых ливней нам обещают. Будем спать и ждать ясной погоды. Дальше снимать остатки парада планет. 8 июля 2020 год. Харьков. Загруженная Харькова. 3:23 по Киеву.